Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Воронежской области пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в совершении серии мошенничеств в отношении пожилых граждан. Установлено, что злоумышленники, находясь за пределами Российской Федерации, посредством IP-телефонии осуществляли звонки покупателям лекарственных препаратов и биологически активных добавок. Они сообщали, что ранее приобретенные медикаменты являлись контрафактными. Затем в ходе разговора предлагали возместить ущерб путем выплаты денежной компенсации, для получения которой якобы необходимо заплатить налоговую пошлину. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Московского региона, города Санкт-Петербурга и Новосибирской области задержаны 18 подозреваемых. В ходе 29 обысков изъяты документы учета и электронные носители информации, в которых фиксировались данные потерпевших и количество перечисленных ими денежных средств. Также была обнаружена литература по психологии и инструкции по общению с потенциальными жертвами. В настоящее время установлено свыше 50 эпизодов противоправной деятельности задержанных. Трое предполагаемых организаторов группы заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается.